И снять детали туда поставить. Пойдем посмотрим, что там внутри этого корабля. Ну, веревок тут, конечно, путик. Что там? Что там? Да, управление штурвалом. Дёрну за веревочку. Все, пошли. Пойдем сейчас в этот, спустимся, посмотрим. Что... Ну, то есть там кухня, они где обедают. Просто так посмотрим. Корабль. О, там кто-то с перчиками пришел. Видишь, как сделаны вот эти ручки? Веревка нам. Смотри, аккуратно. Очень степ. Капитанская кабина. Вот тут капитан жил? Да, ну написано, по крайней мере, капитанская кабина. Ну, там, конечно, покруче было. Ну, тут тоже... Личная яхта. Тоже как бы неплохо. Ну, то есть, это только капитан жил, а остальные все непонятно как жили. Вот, видишь? Вот такое. А что, моднорабочая? А вот это пассенджер кабин. Видишь, пассенджер какие коротенькие. Угу. Ну тут я даже вдвое, если кабинка. Сложусь, не влезу. Так, ну дальше. Дальше. Следующее. Вот, а это то, что ты спрашивала. Свет. Путечками. Опа. Опа. А это еще куда-то наверх ведет. Ну, это туда, на улицу. Девять такие окошечки. Да. Опа, смотри. Ветерок какой. Классный такой. Ну, наверху-то нормально, а вот здесь уже сильно очень много. Ну, путь. А что, как сделать по-другому? Ну, побольше окон. Ну, окна это... Чем больше, тем хрупкая этот корабль, конструкция. А, ну, да. Они поэтому да. Еще маленькие тогда. Вот это прикольненько. Да, это... Лампа моего дедушки. Лампочка. О, смотри, как подсвечен. То есть они показывают, что какие паруса, что возможно, ничего. Да. Ну вот оно парусами управлялось. Влево, вправо, снять, надеть. Тут телевизор вот еще. Вот этим Кирилл же, он же тоже ведь ходит. Сзади, он вот вон, это... вот он сзади. Все, а вот эта часть не движется? Нет, это не двигается. Только вот это хвост. Ходит ты вот, знаю, вот, вот это говорит. Только часть. Вот, вот это. Все. Ну это руль. Больше ничего не двигается. Ну, а как оно идет сюда, да? Да. Ну, я думала, вот эта вот часть хвостовая, она... Ну, где воздух, да. Где воздух, да. Сейчас я еще пассажирскую сниму, фотку сделаю. И это. И капитан. Не скатывалось, да. В том числе. Смотри, путь, а тут доктор. Каюта доктора. Пентри. Или нет, пентри это еда? Ой, а вот здесь доктор. Да, работать тут, конечно, сложновато, доктора. Ну, ко всему привыкать.
Ну, почти в то, что это. Фентри это больше, чем каюта. В ту часть. Вот капитан так. Ну, капитан так. О, а это что? Ну, он должен отдыхать, чтобы правильное решение принимать. А это у нас... Просто шут написано. Чарт-рум. Что за чарт? Ну, а, карта, наверное, направление. Там карта. Да, путик. Путик, пойдем туда пройдемся. Или чтоб всех кормят сладочек. Всех подкармливает. Вот, оно видишь это? Сзади, может, мы не видим там. Тут кормят. Это крюк. Ну, они большие, большие. Я думал, они поменьше. Они реально большие. Тут эти уже, тут люди живут, сладочка, ну, в смысле, команда, видишь? Угу. Ой, как будто я нашла. Ну, я думаю, они спят когда-то. Когда-то... Да, сладочка. Так вкусно пахнет едой. Так едой вкусно пахнет. Путёнок. Проголодалась? Путёнок. Проголодалась? Так вкусной едой пахнет. Ну тут вот тут какой-то. Ну корзины такой. Аккуратнее. Корзины нет. Но он подсвечивается ночью. Когда мы ехали, это он светился. Видишь, тут фонарики везде. Так. Ну, это прекрасно. Да, пойдем там той стороной. Мы сделали стейбл, чтобы, ну, ты знаешь. Да. Ну, мне на ручки нравятся вот эти, из этого. Пойдем туда пройдемся. Якорь, видишь, какой большой? Он тяжеленный, его там человек 10 должны тащить. То есть это и есть парусник, да? Все, а тут кухня. Это парусник? Тут кухня. Ты можешь называть они по-разному, они нормально по-разному, если называть. Как хочешь, можешь называть их. Путик, смотри. Смотри, что здесь. Тут целый город. Тут целый город. Путик, видишь? Тут целый город. Пойдем смотреть.